Есть ли какие-то у вас перспективные криптовалюты, которые выгодно вкладывать деньги? Есть, есть и много, но это не сегодня. У меня на сегодняшний день, я точно так же, как и вы, какое-то время назад, пару месяцев назад, понятия не имел, что это такое. Ну, где-то я слышал, да, но я стал заниматься и изучил, точно так же, как и любое можно изучить, если вы приложите к этому усилия и желание получить. Вот сегодня у меня есть, значит, биткоин, я вышел из биткоина, нецелесообразно. Я знаю, куда он дальше пойдет, я уже это показываю. Вот, может, там получать бенефиты, но есть биткоин кэш. Он стоит не, скажем, 50 тысяч, он стоит $500. Вот. Но опять же, можно покупать какую-то часть маленькую. Дальше есть XRP монета, это монета Ripple называется, есть Stellar монета, XLM, есть XTZ монета, есть EOS монета, есть... В общем, короче говоря, на этот момент я вижу, я оцениваю любую монету, у меня есть графики, и я вижу перспективные монеты, я в них вхожу. Я могу вам сказать, простите за личные какие-то эти самые, но я могу вам сказать, с тех пор, как я стал это делать на крипто, идет только вверх, он вниз не идет. Потому что крипто идет только вверх. И сегодня он будет идти вверх еще достаточно долго. И это еще не наступил даже момент принятия законов по цифровым деньгам. Поэтому, конечно, есть смысл туда. Но какие-то конкретные монеты, да, можно... Но это, еще раз говорю, это не здесь, это не в этой программе.